В Шымкенте в этом году ведется строительство канализационной системы на 12 объектах. Из них магистральных канализационных коллектора 2. А в 8 населенных пунктах прокладываются внутриквартальные канализационные трубы. До конца года планируется полное завершение работ на 6 объектах. Строительные работы в микрорайоне Ак-Жайык идет полным ходом. Протяженность канализационной системы в микрорайоне составляет 22 километра. Подрядная организация прокладывает канализационные сети за счет бюджетных средств, выделенных на строительные работы на 2021-2023 годы. На сегодняшний день почти 95% работ завершены полностью. 1014 домов готовы к подключению к централизованной канализационной системе. Завершим строительство к августу этого года. В этом году будут завершены строительные работы в микрорайонах Тассай, Туран, Кайтпас-2, Бузарык, 112 квартал. Около 60 тысяч абонентов получат возможность подключения к канализационной системе. В результате в городе показатель охвата канализации увеличится с 60 до 65%. В настоящее время канализационная система ведется на 12 объектах. Из них 2 канализационных коллектора. В 8 населенных пунктах прокладывается внутриквартальная канализация. В этом году планируется завершить строительные работы в 6 объектах. Это микрорайоны Тассай, Бозарык, Мирас, Шапагат-2, Достык, Туран, Ак-Жайык. На объекте «Мираж-Абагат-2» по плану будет проложен трубопровод общей протяженностью 50,4 километра. Уже завершено 69% работ. На стройке объекта задействовано 30 человек, 7 единиц спецтехники. Работа по прокладке канализационных сетей будет полностью завершена в 2024 году. По плану в 2024 году канализацию проведут на 12 улицах этих микрорайонов. Жнарапова, Нурлбек Аскарулы, новости.